Удовольствие бесполезно, говорит мать, оно служит только для личного удовлетворения. Но надо сказать, что касается нашего витального существа, то вся его эгоистическая философия, вот наша эмоциональная сущность или витального существа, заключается в желании получать удовольствие. Это его фирменный знак. Удовольствие, удовольствие, удовольствие. Понятно? То есть наша витальная сущность требует все время удовольствий. Во всем. Ну, такова его визитная карточка. Оно живет этим, живет в постоянном поиске удовольствия, а при их удовлетворении стремится к повторению. И так без конца. Замечали? Ну, если разделить себя умственную часть и эмоциональную, а души нету, да, но есть еще физическое тело, то удовольствие получать от еды, там, от общения там, с кем-то, от прочтения чего-то, вы понимаете, да, но удовольствие. Чтобы было приятно. Если по какой-то причине человек лишается удовольствия, то по какой-то причине, то он испытывает страдания и разочарования. В витальном мире действует непреложный закон. За полученное удовольствие надо платить. Платить страданием. Если маятник качнулся в сторону получения удовольствия, обязательно должно быть уравновешено. Это противоположным совершенно чувством. Понятно? Ну, там такой закон. Закон маятника. Вот. Спонтанная радость... пребывание в божественном и получение удовольствия от жизни – это совершенно разные вещи. Иной уровень и иное качество. То есть пребывание в божественном и проживание жизни вот в этом новом качестве – это не получение удовольствия, это просто радость. А получение удовольствия – за это всегда надо платить. Вообще первая половина жизни людей – это в основном поиск и получение удовольствия. Вторая половина жизни, по большому счету, расплата за получение удовольствия. Болезнями, там, физическими, психическими. Понятно, да? Ну, как-то так. Вот такая простая достаточно схема. Наверное, имей мы более совершенный язык. Откровения были бы яснее. Наш язык беден. Санскрит лучше. Это гораздо более богатый и тонкий язык. Современные языки слишком искусственные. Я хочу сказать поверхностные и интеллектуальные. Смысл дробится на кусочки, и свет, стоящий за явлением, которое ты описываешь, пропадает. Ну, мать говорит о том, что используемые людьми современные языки не в состоянии действительно отразить тончайшую суть и аромат многих духовных переживаний. Это языки, являющиеся продуктом ума, то есть ментальным продуктом, который все подвергает расчленению, все подвергает фрагментации, а при этом всегда теряется целостность ощущения. Вот. Если ты дробишь вот то, что ты чувствуешь, на фрагменты, то целостности не бывает. Ум не может собрать кусочки в целое. Только интегральное видение, открытое нашей истинной сущностью, способно это все как бы отразить. Но выразить ментальным языком это невозможно. Ну вот такой парадокс. Вот. Любой язык всегда накладывает ограничения на то, что ты пытаешься выразить. Ну, возможно, древний санскрит, как язык, рожденный чувственным миром и оперирующий образами, способен вибрационно, то есть в тончайших нюансах, совокупно отразить неспособное быть выраженное словами при использовании современных языков. Но санскрит нам не дано знать, да и сегодняшним всяким ученым и исследователям это тоже невозможно сделать, да? Ну вот язык Шекспира, это же не тот язык сегодня, который английский, это, наверное, другой язык. Но вообще вот языки времен далеко от нас отстоящих, вроде бы они имеют отношение к народу или к нации, да, но это совершенно другие языки. Совершенно другие тонкости, оттенки.
вот смотришь словарь Даля, вот листаешь так на досуге, и глядишь, что там, ну, вот слова-то, они вот знакомые, и они гораздо более, ну что ли, близки душе, оказывается, чем современные сухие слова, которые выражают то же самое переживание. То есть языки, которые древнее, они все-таки были более образные. Даже слова более образные. Вот одно слово уже целый образ. Вот слово «селедочка» вот, с картошечкой. Это целое вот, ну, мероприятие. Да? Ну, к примеру, я говорю, также вот санскрит, образ какой-то, да, вот это целая ситуация. Ну, жизненная. А тут, когда под словами переводишь, ну, ну и что? Ну, селедочка, ну, картошечка. А у нас это мероприятие. Ясно? Ну, так что в древности там тоже что-то каким-то образом отражалось, наверное, целостное, вот, которое было понятно людям того времени, а нам вот непонятно. Ну, бывает, бывает. Но на языке души надо все-таки говорить, этот язык надо открывать, а язык души, он в молчании вообще-то. Там слов не надо. Как раньше в армию фотографии посылали. Ну, я помню, в 50-е годы, это самое, письма. Ну, кто-то в армию уходил, фотографии девушки. Я даже нашел такую фотографию, ну, в альбоме, ну, своих дальних родственников, где есть любовь, там слов не надо. Вот, подписан на фотке. Эти вот, ну, все, фотография. Лишь поэтический язык, то есть язык молниеносных, что ли, откровений духовных, озарений, да, отчасти способен приблизить чувствование поэта к пониманию читателя. Ведь не случайно все древние мудрецы Средневековья, я вот здесь в Москве говорил на встрече, вот люди из исламского мира, которые культуру, математику и науку принесли в Европу, все были поэтами, все. Обязательно они еще и поэты. Он мог быть ученым, астрономом, там, кем угодно, но обязательно поэт. Обязательно писал стихи. То есть язык озарений, поэтический язык, и открытия великие делались представителями исламского мира. Европа-то сейчас стыдливо умалчивает, что она у арабов училась всему. Вот как они что-то изобрели, реанимировали Римскую империю или греков. Арабы им дали импульс к наукам, к возрождению. Арабы. Все поэты были. Вот возьмите любой энциклопедический словарь, где-то 10, 11, 12 век. Смотрите, арабские имена, великие все ученые, там, математики, астрономы и еще поэты обязательно. Язык озарений поэтический. Пара точных поэтических строк может вполне заменить пару абзацев громоздкого интеллектуального текста. Вполне. 2-3 слова. Знаете, да, вы к поэзии имели какое-то отношение? Но если не писали, хотя бы, может, чувствовали вообще, что такое вот поэтический язык. Не случайно Шри-Аурабиндо, по-видимому, разочаровавшись в возможностях ясного интеллектуального изложения своих переживаний духовных, а он, надо признать, был действительно мастером вот в прозе все это излагать, он перешел все-таки на использование поэтического языка. Понял, что не может он это выразить в простом словоречии. И написанная им на английском языке поэма «Савитри» подводит итог его многолетней духовной работы. А что касается перевода поэтических текстов с языка оригинала на другие языки, то сделать это без существенных потерь просто невозможно. Ну, просто нельзя. Невозможно поэзию переводить на другой язык. Как-то нобелевский лауреат Иосиф Бродский, неплохо освоивший английский язык и писавший на английском, да, как-то попытался перевести несколько своих стихотворений на английский, однако, по его признанию, ничего путного из этого не получилось.
с английского на русский попытался перевести. Бесполезно. Вот. В современных языках свет как будто проходит сквозь сито и дробится на части, поэтому приходится восстанавливать понятия. Что-то обязательно ускользает. Действительно, при попытках выразить истинное переживание, ну, духовно имеется в виду переживание или духовный опыт на современном ментальном языке, целостность этого переживания неизбежно нарушается, дробится на фрагменты, а потому, в общем-то, и ускользает. Мать, описывая свои многочисленные духовные опыты, психофизические переживания, чтобы передать полноту восприятия, она не была поэтом. Она пыталась максимально выразить их утонченным ментальным языком использование сравнений и аналогии с тем, что уже знакомо людям. Мало того, она одно и то же переживание, проявлявшееся в разное время, выражала другими словами, использовала другие сравнения, нежели в предшествующих описаниях одного и того же. Я слежу за ней, смотрю, как она одно и то же. Я понимаю, что это то же самое, что было описано, но другими словами. Она вот с другой стороны пытается зайти. Но чтобы вы почувствовали, ну, аналогию того, если с вами что-то произошло, вот в одном варианте это вам не годится, а в другом подходит. Также вот когда вы делитесь друг с другом своими переживаниями внутренними, да, одно и то же переживание у тебя было, но вы выражаете совершенно разными словами. Кажется, что это все не так, вот у тебя вот было правильно, или у меня правильно, а у тебя неправильно. Поэтому никогда друг с другом не делитесь то, что вы пережили в духовной сфере. Потому что вы не поймете друг друга, вы по-разному будете описывать одно и то же. Понятно? Другими словами. Хотя это одно и то же. А есть такие переживания, которые вовсе не поддаются передаче словами, которые вообще не с чем сравнить. Вот, например, одновременное ощущение бесконечно быстрого движения и абсолютного покоя или вневременное, нелокализованное в пространстве ощущение себя пребывающим где-то везде и в то же время нигде. Вот, это со стороны кажется бредом, а переживание – это реальное. Как это описать? Ну, я везде и нигде, я понимаю, что это так. Как это яснее сказать? Невозможно. Вот я действительно везде и нигде большей частью. Вот где-то я вот там расползся, а малейший вот звук, вот уроните сейчас какую-нибудь железку, я возвращаюсь в тело. Это как ядерный взрыв. То есть я возвращаюсь в физическое тело, и меня это пугает даже. Ну, пугает сам звук. А так я вот все время везде и нигде. Вот дома там что-нибудь кто-нибудь уронит, какой-нибудь это на пол, ножик там где-то на кафеле. Я тебе раз, как будто тебя вот, ну, прям вот взрыв какой-то. Потому что ты вне тела. Ты везде и нигде. В тело возвращаешься, как тебя пробуждает, вот ты спишь, и тебя вот потрясти, ты... Так же вот ты ходишь нормально, но вдруг какой-то там взрыв где-то, чего-то, и ты опять в тело, и какое-то странное состояние. Это, ну, невозможно рассказать об этом или описать, но это так. Потому что большую часть времени уже вне тела. Ну, это ты. А возвращаться в тело, ну, болезненно. Вы все время в теле живете, все время болезненно, да? Потом вдруг, если вы почувствуете всю радость существования везде и нигде, и вдруг в тело на контрасте, ну, ощутимо. Чего? Вот такие интересные вещи, что вот с нами должны случиться по-настоящему в результате работы на пути. Представляете? Так что, как мать говорила, потеряешь тело и не заметишь, что потеряла. Я всегда вам говорю, не спешите менять тело, доносите старое. Ну, донашивайте. Оно все притёт, все нормально, как-то уже привыкли, да? Так что тело надо донашивать. Дано вот, и не выбрасывайте его раньше времени. Вот. А в Агенде главной задачей матери было максимально выразить словами свои ощущения, сохранив при этом за фасадом слов базовую вибрацию переживания, именно вибрацию переживания.
А уж тот, кто имел подобный опыт, непременно это поймет посредством отождествления вот вибрационного. И благодаря этому практически все духовные и телесные переживания, описанные ею в агенде, сразу откликнулись во мне. И не случайно, что одно из рабочих названий данной вот книги – это «Этюды сакраментальной жизни», а в скобках у меня там «Проживая агенду матери». Это мое, я это прожил, и я могу ее прокомментировать как бы в третьем варианте, что ли. Но на русском языке, адаптировав вот ее переживания для нашего с вами понимания. То есть очень ценная вещь оказалась. И одна из задач этой работы, моей работы, вот «Этюды сакраментальной жизни», это расширение и углубление писательных характеристик, опытов и переживаний матери, используя огромное богатство и возможность именно русского языка. Язык очень богатый, русский язык. Вот. К слову, я с детства очень оберегал в себе русский язык, активно противился изучению иностранных языков. Понимая невозможность их совершенного знания в иной культурной среде. Но если я не буду знать язык в совершенстве, нахрен он мне, извините. Вы меня поняли. Ну, там поздороваться, выразить там какие-то соболезнования, не знаю, это можно. Но для того, чтобы быть и знать язык, надо там жить, надо там постоянно жить. А так, ну, это будет ублюдочный вариант, но он может для чего-то годиться, для каких-то там прагматичных вещей. Но в плане литературы, ну, как я могу, изучив там английский язык, читать английскую литературу? Ну, детектив можно. Ну, какие-нибудь дешевенькие, которые считал Кришнамурти. Представляете, Кришнамурти читал детектив. Все удивляются. А что ему еще читать? Труды по философии, что ли? А что ему книга другая, любая, могла дать? Он сам был весь вот это самый философский словарь, если хотите, высшего порядка. Все ответы на вопросы были в нем. Что он из книги может почерпнуть из какой-то? Да ничего, детективы читать можно. Он читал детективы, дешевенькие причем. Правильно? Я вам не советую сразу начинать с детективов. Потом доживете до моих лет, будете читать. Ну, действительно, с некоторых пор ни одна книга, ни один источник не может прибавить к тому, что ты унесешь уже в себе. С некоторых пор, я подчеркиваю. Вот. Имея ряд жизненных примеров, я убедился, что эгоистичные люди, возомнившие себя состоявшимся в духе и, как им кажется, переживающие развернутый опыт телесной трансформации, который написывает мать, да, они сильно заблуждаются о самих себе. Их амбициозное сознание пытается на уровне описания чужих переживаний строить свои собственные, то есть моделировать их сначала в уме, потом переносить в эмоциональную сферу, оттуда в сферу восприятия, то есть можно напридумать себе, что ты такой же, как мать, и все твои переживания, они уже вот максимума достигли. На самом деле это фантазии. Это фантазии, и для таких людей обращение к агенде по меньшей мере не полезно, потому что они малейшие переживания матери, серьезные переживания, сразу отождествляются, говорят, это мое, у меня то же самое, и все. Пока вам хочется быть подобным кому-то, пока ваше эго стремится кого-то поучать, пока вы чувствуете себя в чем-то вполне состоявшимся, вы в плену враждебных сил. Постоянно помнить об этом – одно из главных правил работы на пути сознательной духовной эволюции, особенно на ее поздних этапах. Так что храните все свои переживания внутри, не сравнивайте их ни с чем, пока они сами не заявят о себе как истинные и состоявшиеся в полной мере. Не вы их назначите истинными, а они для вас станут просто истинными. Это тоже объяснить невозможно, но об этом надо сказать. Когда видишь, что собой представляет человеческая жизнь, даже в лучших образцах,
сколько там глупости, тупости, низости, коварства. Уж не говорю невежести, потому что это очевидно. Даже у тех, кто считает, что обладает широтой души и ума, и доброй волей. Как только сознание направляется на достижение результата, немедленно все, что противоречит результату, не только в личном, но и в коллективном существовании, выходит наружу в самом неприглядном виде. Поясню на русском языке, не в переводе с французского. Наблюдая за тем, что происходит вокруг, что происходит в этом воистину безумном мире, наблюдая за этим отстраненно, то есть не участвуя в его вакханалиях, ты видишь, сколько невежества, коварства, злобы и глупости допускают люди, следуя порывам эгоистической жизни, своим собственным порывам. И даже так называемые добропорядочные люди, но они в себе всегда высокого мнения, да? Есть же такие добропорядочные люди? Есть высокого мнения о себе? Если им необходимо достичь корыстного результата, они пускаются на все самое низкое и подлое, и не остановятся ни перед чем, чтобы его этот результат заполучить. В таких случаях ничего святого для них нет. Это можно наблюдать просто невооруженным глазом в нашем мире. Прискорбно, но факт, таковы реалии нашей человеческой жизни во всех сферах и на всех уровнях ее проявления. То есть человечество в эгоистическом статусе своем, в ментально-эмоциональном статусе, оно неисправимо. Излечить эту болезнь невозможно. Если хочешь что-то сделать правильно, сначала успокойся. Не только сам. Необходимо либо уединиться, либо успокоить также и поток обуревающих вас со стороны сил. И действительно, это совет людям, не только ставшим на путь сознательной духовной эволюции, но и всем тем, кто хочет сделать что-то правильно, не допускать ошибок. Если что-то хотите сделать правильно, успокойтесь. То есть эмоции должны быть обнулены. Только при условии эмоционального покоя можно детально разобраться в любой ситуации и принять верное решение. Чтобы видеть все в истинном свете, чтобы не принимать поспешных, опрометчивых решений, надо уметь держать эмоциональную паузу. Эмоции. Пауза. Понятно, да? Обязательно. В обыденной жизни, даже если вы там не идете по пути, просто совет. Вот чисто психологический совет, ну, психотерапевтический вариант, пауза. Эмоциональная ровность, равно как и молчание ума, это непременное условие стяжания духа. И главное в достижении эмоциональной ровности – это бдительность сознания. Это означает видеть прямо на входе в активное сознание, ну, например, вибрацию гнева. То есть вы готовы разгневаться, что-то у вас поднимается, вот кто-то пытается вывести вас из равновесия, вы видите, а она входит. Как только увидели, сила ее воздействия на вас сразу ослабевает. То есть если вы прямо на входе увидели свою глупость, она куда-то девается. Это странно, да? Ну, глупость. Разгневаться там, или поревновать кого-то, или ну что-то там пожадничать, например. Вы поняли? Сразу на входе, и сила действия этой вибрации, она сразу как-то вот раз и вянет она. Это своеобразное покаяние. Об этом замечательно говорил Кришнамурти. Как только из вас начинает выпирать все нелицеприятно, это обязательно в ходе работы на пути появляется, то есть со дна вашего подсознания все ваши эгоистические мишени начинают как бы себя проявлять, вот, не ужасайтесь, так должно быть. Вы увидите, что вы жадный, что вы трусливый, что вы, там, ну, понятно, много можно эпитетов на эту тему привести. Вы поняли или нет? Не ужасайтесь. Это правильная работа ваша. Это результат вашей правильной работы. Если из вас начинает лезть
ну, что-то то, что относится к категории несовершенства или грязи. Это нормально. Это то, что в нас сидит, но сидит и хорошо спрятано. И в любой ситуации каждое из этих вот проявлений может сказаться и выйти наружу. Все это должно в конечном счете в результате работы на пути просто сгореть, перестать существовать в вашем подсознании. Оно должно очиститься. И если не пресечь процесс вовремя, ну, гнев, допустим, в вас начинает подниматься, если не пресечь процесс вовремя, то ворвавшийся гнев разнесет вас в пух и прах, даже если вы, спохватившись, пытаетесь его сдерживать. То есть не допускать в зачатке, в самом зачатке, раз и все. То есть вот должен быть пойман за руку до совершения преступления. Понятно? Ну, гнев – это особенно, это низкое животное чувство. Вот. И по окончании процесса, если вас гнев вымотает, да, вы будете чувствовать себя лишенным энергии. И на фоне удручающего пессимизма вам покажутся утраченными все ваши духовные наработки. На самом деле так вас действительно разденет вибрация гнева, например, зависти, еще чего-то, понятно, любые деструктивные вибрации, если вы их впускаете и не ловите вовремя за руку, они вас опустошают, все ваши духовные наработки, они, ну, куда-то прахом идут. Хорошую практику выработки ровности я получил на работе, участвуя в заседаниях государственных комиссий и рабочих групп, которые проводились в ходе расследования авиационных происшествий. Вот подобные заседания, как правило, сопровождались дебатами участников на повышенных тонах. Там эмоции буквально зашкаливали, ибо каждый участник, не имеющий аргументированных доказательств своей правоты, стремился эмоционально передавить других. Это обычная ситуация. Вот. Порой это приводило к взрывоопасным ситуациям, и когда такое случалось по отношению ко мне, когда на меня начинали нападать и требовать того, что я не мог им выдать, как им бы хотелось, да, то я поначалу пытался сдерживать эмоции, но они меня изнутри разъедали. Это страшная вещь. Сдерживаешь эмоции на таком накале внутреннем всех этих заседаний. И вскоре я понял, что это не выход. А я на пути уже был, да? Я понял, что это не выход. Сдерживать эмоции – это, ну, в общем-то, саморазрушение. И я стал действовать по-другому. И как только при моем участии в заседании комиссии начинались бурные эмоциональные перепалки, даже если это меня не трогало со взаимными оскорблениями, да, я тотчас, мол, вставал и уходил, и не только из зала заседаний, но и с работы вообще, ставив известность руководству. В такой атмосфере я работать не могу. А я был единственным представителем по анализу человеческого фактора, они спорили, но последняя рука все равно была моя. Я их приучил тем самым, что в моем присутствии никаких эмоциональных этих всплесков быть не должно. Вот таким образом пришлось мне вырабатывать ровность, и выработал я ее нормально. Это мне очень помогло. В дальнейшем, даже когда мое участие в дебатах было вовсе не обязательным, руководство приглашало меня просто посидеть в зале. Я понимаю, по какой причине. То мое присутствие как-то не вызывало вот этих вот бодных споров со взаимными оскорблениями. Вот. Так что вырабатывайте ровность. В семье, на работе, в социуме, ну, где-то в трамвае, кто не на персональном автомобиле, в метро. Вырабатывайте. Молчащий ум и эмоциональный покой – это непременное условие правильной духовной реализации. Обязательно реализация будет правильной. Болезнь ашрама в том, что все здесь делается в возбуждении. Люди не могут работать, если не возбуждены. От этого вечная комедия ошибок. Один говорит, другой его не слушает. Отвечает не в попад, ничего не получается. Один спрашивает, второй отвечает о другом. Ужасная путаница.
Вообще-то это не только во шраме, это на всех уровнях, наверное, может быть, государственное управление, наверное. Ну, так я, видите, потому что сознание одинаково. Вот, ашрам это, не ашрам, ну, в любом объеме, на любых просторах человеческие сознания всегда одинаковы. В неслушании друг друга, в непонимании друг друга, естественно, совершение ошибок. Но это нормальное явление, тут даже возразить нечего. Потому что, понимаете, есть вещи, которые, ну они просто есть. По-другому быть не может. Так вот, этот самый ашрам Шри Аурабинда вот, предстает перед нами, ну, растревоженным муравейником, вот как мать его представляет. Всеобщее возбуждение никак не вяжется с местом, где должна делаться серьезная духовная работа. По всей видимости, практическая духовная составляющая вовсе не занимает, удобно устроившись на святом месте насельников ашрама, паразитирующих на имени их учителя. Этих людей больше всего волнуют насущные мирские проблемы и дела, которые они пытаются шумно разрешить исключительно на эмоциональном уровне, говорят мать. Оттого вся эта вечная комедия ошибок. Когда психика человека функционирует в эмоциональном режиме, то сам человек по причине выпадения из реального времени, а это мы 100% показали на примере поведения пилотов в экстремальных ситуациях, да, то человек не может адекватно оценить ситуацию. Он способен слышать только себя, видит только то, что видит. Именно он видит, да, а не то, что на самом деле. Это научно доказанный факт. И когда становится ясно, почему люди, постоянно пребывающие в возбуждении, говорят на разных языках, непонятных друг другу языках, почему они не в состоянии договориться между собой, принять правильное, взвешенное решение. Выпадение сознания из реальности закономерно порождает массу нелепиц и ошибок и действительно создает во всем ужасную путаницу, не только в ашраме, но и во всем мире. Да? Бегущая строка сегодня. Совет там ООН, какая-то там группа или что-то там, предлагает не убивать журналистов, выполняющих свой журналистский долг в горящих точках. Предлагает не убивать. Вот, ну, вы вообще понимаете или не очень? Вот я уже говорю, а шальная пуля. Как-то вот. Вот они предложили, значит, ну, предлагают, значит, можно и убивать. Не постановили не убивать, а предлагают. То есть вот слова, вообще-то, вот игра слов человеческих, вот этот идиотизм в словах, вроде бы хорошо, вроде все правильно, а как в жизни-то это сделать? Вы мне покажите. А? Вот я сейчас читаю многие всякие декларации, какие-то документы по БРИКСу, смотрю, боже мой, ну слова-то правильно, какое-то детство, инфантилизм, убожество, что с этим делать? Написано много, девать-то куда это? Они умиляются, красиво ведь написано, правильно написано, да, возразить невозможно, но кто делать будет? Все это мертворожденные вещи. Это смешно, но оно так. На самом деле. Вы давайте реальные вещи, реальные предложения, чтобы это можно как-то осуществить. Это невозможно сделать, оказывается. Тогда что говорить вообще?